Мы занимаемся внутренним туризмом. Вот приехали в Тверью, что находится на так называемом Галилейском море, что в действительности является озером, также известным под названием Кинерт. Вот он сзади. Здорово. Да. Вон, а вон Твери. Тверец, настоящий тверец. Он какой-то прикольный кораблик. Вот. Сейчас пойдем смотреть. Какой-то корабль вообще странный. Катамаран. По-моему. Они там все крутят педали. Да, но катамаран это не обязательно, где надо крутить педали, если не ошибаюсь. Катамаран как раз вот такой тип. Да, две плавучие емкости. Короче, я удивлен немножко, потому что я знал, что в Израиле есть курорт, самый известный на Красном море, Эйлат называется. Оказывается, на этом озерце тоже есть типа курорт. Курортная атмосфера. Что-то, правда, все закрыто из-за того, что праздники. Но вообще курортно. Вон даже гостиницы какие-то есть. Вон гостиница сзади. Какие-то батуты. Вон гостиница сзади. Все ходят такие туристические. Туристы вот ходят. Туристы местные, да, местные туристы. Всякие аттракционы на водные, там, катамараны и прочее. Короче, я буду заниматься релаксинг волкер. Релаксинг волкер. Вот, ну как же без мечети? Главная достопримечательность. Ну все, что-то закрыто в основном. Настя обратила внимание, что все туристы злые. Давайте смотреть на лица туристов. Во-первых, они все одной национальности. И почему-то все злые. Настя их боится. Обращаю внимание на лица злых туристов. Я типа снимаю себя на самом деле. Чтобы никто не подумал, что я снимаю чужих людей. Делаю, что я снимаю себя. Это не очень красиво у меня будет. Нормально. Чинь. Мы находимся на минус 209,115 метров над уровнем моря. Только что там мы ужинали. А сзади нас великий Рахманинов. Нашли вот крестоносский замок. Оказывается, он с подсветкой. Крестоносцев было электричество. Смотри, какой огромный ящериц возле плафона. Ящерицу показывает, но я не вижу. Вон, вон, смотри, она огромная. Я не вижу. Ну что, релаксинг волкер. Часть вторая. Так разговаривает еще не знаю. Релаксинг волкер, который болтает. Часть вторая. Я потом это ускорю видео. Это будет нон-релаксинг волкер. А еще у меня нет такой стабилизации, как у него. Он идет прям плавно. Ну, нет, ты просто потом, когда поднимешь ногу, там будет все плавно. Да, ну сейчас я иду, я прям весь трясусь, как ну, вот 80-летний паркинсонник. Да, ну сейчас прям я смотрю на камеру, а вроде шатается. Неужели потом это будет плавно выглядеть? Мерят. А вот тут какой-то это отель, там нельзя тоже посидеть. Галилейское море, Тверийское. Он такой спокойный. Но самое ужасное, что мы здесь второй день и до сих пор не прикоснулись к нему, даже не потрогали. Нормас, прохладненько. Да. Thank you.
Браво. Ого! Мы только что это сделали. Спустились вон с той горки. Было страшно. 20 лет назад было еще страшнее. В общем, все. Мы это сделали. Блин, ну реально. Найди 10 отличий от Эвата. Привет, пустой. Какой-то там кусок хлеба нашли. И веселятся. Настолько много, что даже не понял, что это рыба.